ты красный партизан. Дела ведут тяжи слегка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела, а в остальном прекрасная партиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Мартель, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это просто ерунда. С кобылой что? Пустое дело. Она с конюшнею сгорела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшки вместе, когда пылало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Илья, сгорел наш дом? А ты чего же не тяжело? Я вне себя. Скажите прямо, как это все произошло? Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому печил на противу, где свечи попали свечи на ковер и запылал он, как костер, погода ветреный была. Ваш замок выгорел дотла, огонь усадницу спалил, от ней конюшню охватил, конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.